Давай, сейчас забью. Давай, не даем зам. Не болей.
Да, поем, а ты сходишь, блядь!
Понял. Спирт-тайм закончится, пойдем.
Давай!
Просто Артур уже предложил там человек. Ты предложил? Я думаю, что с него будет сильно больше пол. Ну, я могу ошибаться, конечно, я не как бы не имел разговора. Вот, как отнесется. Тут прям надо серьезно отнестись. И шо? Серьезно? Кашка там? Ну, это не да. Ну, 40 реально, 40. Киборг просто какой-то, не человек. Андроид. Ты уже сходил на кино? Да, блин, мне же надо с тобой обсудить его. В понедельник. Лево ушло! Давай, давай! Слушай, ты предысторию уже знаешь, да? Ну, ты видел старую версию. Просто у меня даже появилось желание посмотреть старую версию. Ту вот еще древнюю, где жуки вот эти ползущие такие, ну, страшные. Я просто видел. Мне кажется просто, что я не подготовлен, пришел, не знаю предысторию, поэтому мне было там тяжело. Она молодец, послушай, было то, что было там. Ничего, да, было? Не, ну это хорошо. Мне просто сегодня этого не хватало сильно. Тоже, видишь, косяк получается, но я у него спрашиваю, оказывается, это ему сказали, что так не надо. Я говорю, ну в смысле не так, мы с тобой вчера обсуждали. Не вчера, получается, это было в пятницу, мы с ним оставались, там, это значит, там. Даже попробовали, я говорю, смотри, вот тут вот там начинаются вот такие слова, да, вот можно вот эту картинку. То есть все это обсудили, а я сегодня ничего этого не увидел, расслабился. Так на последний я уже и начал общаться, я говорю, слушай, а что ты ничего не меняешь? Не для этого его покупали, чтобы не было таких проблем. Ну, мне Рома сказал. Ну, Рома тоже, по-моему, можно понять, он хочет, чтобы клипы просто были. Что, на крышу нарезал, попал, я видел лестницу. Что, достал, да, до крыши на лестнице? Ого. Сейчас забудешь? Да, смотри, прям, что-то лица на тебе. Давай, 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 давай
хорошо. Я думаю, що три, тому що я такий люблю, що там всі дуже гарні. Не, ну тут по свету, конечно, Дим, ну прям двое. Просто двое. Отлично, Сосок, хорош муж! Странно, что здесь тоже светят две лампочки, но почему-то они сильно ярче, чем четыре сзади здесь. А, что тут напротив две, а слева четыре. А я смотрю, что тут типа две, и думаю, а тут ярко. Сегодня проорал с Тимофея. Ты не застал по полу. Когда вышел и картину держали. Стыдно было. Давай сюда. Ты видел, что он перевернул, да, просто верхнами? Просто там Дарина выпала, просто там в ряд выпал. Ну как? Тимофей. Это 100%. Еще! Сейчас! Еще! Дима, а кто мне? Ты можешь сказать сейчас? Да я хоть запишу себе, чтобы меня не было так, знаешь, как в прошлый раз, да, у меня там... Надо, смотрю, если тут на звезду похожи, но думаю, вдруг. Поколение пока на первом, да, месте? А я не успел! Да, да, да. Я думаю, там тоже опять, да, да. Семь. А, вот видишь. Да? Договорили, да? Здорово, брат! Здорово! Валю!
Так это на нарке было. Ну, а если нарка не прилетал? Четко. Я успел с этими пообщаться. Сколько сюда стоило? 130? А, это акция тут такая, без акции. Это половина, это 160. Я смотрел сюда вечером, что-то было 170 гривен. Я просто когда машину отдавал, мне кажется, от времени. Да ладно. Подниматься, да, смогу? Там коэффициент же будет ставить, 1.5, по-моему. Yeah.
Капец. Дай 10 минут еще, есть чуть-чуть. Давай, давай, давай!
Саша.